Можно. Можно. Да, 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 да. Можно. Как я хочу. Просто умеет. Два. Чао. Оп, пет. Маленький палец. Можно до маленький палец. Али обязательно да рука буде на вниз. Значи, не так, значи, чтобы локоть был на вниз. И то. Ето. Ето, не ви. Я не могу. Или ми тенка. Учен да вариант. Или ми. Шера. Рука. Друга рука. Подрава рука. А потом. Это ошибка. Он может сделать их. Контру. Можно не так. Не поуже стоп. Обязательно. Мишка стойка и рука. Эва! Эва! Он нити на вису, нити на вису. Смотри. Фала! А я тут руку. Фала! Рок, нет, Мишку, нет, нет, нет. Два. Значит, обичайно, значит, хватаем маленький до маленький палец и кист, так да будет локет у низкой позиции. Значит, это очень важно. Раз, стоп, два, стоп. Ноги работают так, так, рука свободна, так. Нет, я, значит, медленно. Нет, стоп, стоп. Три, рука на вису, али я сказал, это не видно. Я работаю сразу. Значит, не так, пацаша, нет. Я сразу с вами говорю. И потом. Не говорю на мой фокус. Иди ми. Как Люба сказал, него рука слабо. Поможет мне да сделать удар. Али... Чакай за! Часто слово очень больно. Значит, я работаю